Правда? Как в подземелье. Ну, а каждый раз. Ну, она засвечивает, видишь? У нее темно. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очищены от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Батюшка, здесь нет? Нет. Посмотри. Нет. Господи, мы просим благословения Твоего на это собрание, чтобы мы любили общение друг с другом и ходили во свете Твоем, дабы кровь Твоя очистила нас от всякого греха. Сохрани нас от того, чтобы мы угождали людям, ибо это несовместимо быть рабом человеком и рабом Христовым, так же, как и служение Мамоне и Тебе. Исправь нас, исцели, воздвигни крест Твой над миром, крест любви, чтобы искали не разномыслие, а единение в Тебе, в Церкви Христовой. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Что-то вроде на службе было побольше народу. У всех какие-то дела появились. Не знаю. А мы туда пожалуйста. Куда? В шкафчик. Посмотрите. Что скажете, пожалуйста, что можно туда? Пойдите. Нет, туда вот, я сейчас туда зайду. Ногу поднимите. Просто рядом. Не надо. Там много ног надо поднимать. Одежда. Надя, на провод наступила. Вот, все, можете тянуть. Я еще не знаю. Кто еще? В прошлый раз многих не было, кто не на подарочек там собирали, кто еще не вложился, вложитесь. Третьяков, да? Да, третьяков. Вот мешочек на выражение вручек.
А братья и сестры, внимание! Нина, его голос уже слышится. Почему делают замечания, как первоклассники какие-то? Одно и то же. Это никуда не денется. Я объясню вам, почему вы это делаете. Пользуясь случаем, что Игнатьев себе предоставил слово, я хочу сказать, что благодарю брата за обличение. Обличение, которое было мне сделано в прошлое воскресенье. Но прежде всего, меня совесть моя обличала. Я прошу прощения у вас, братья и сестры, что в прошлое воскресенье читал я превратно, очень плохо Евангелие. Есть объективные и субъективные причины, оправдываться не стану, простите ради Христа. Это первое. Второе, прошу помолиться о мне грешном, чтобы Господь мне даровал большую ревность в служении Ему. И помолиться о спасении сына моего, о рождении свыше, чтобы Господь его вразумил и остановил на путях мирских, чтобы мир его не затянул до конца. Вот у меня такие просьбы к вам. Вот. Ну и, естественно, поблагодарить нужно Бога вот за то, что мы молились о Марии Барабаш, что у нее тут распределение было по тому, чтобы оставить ее здесь у нас в краевой больнице на обучение в интернатуре. Пока, слава Богу, два распределения прошло. И эти распределения утвердили то, что она будет иметь бюджетное место, обучаться будет у нас в краевой больнице. Слава Богу. Работать будет в потеряй. Если купите компьютер, компьютерный томограф, рентгеновские установки. У нас все есть. Все будет. Значит так, объявление. Следующая молитва в храме, когда я приеду. Будет, значит, в пятницу вечером, 28-го. Кто-нибудь, надо бы написать просто и повесить. Кто не был, может быть, чтобы это. Сестры, сделайте кто-нибудь. Это будет пятница. Просили меня о таинстве или о освящении, соборовании. Значит, я думаю, что если жив и здоров буду, то в этот день, в пятницу, 28 марта, в 9 часов утра будет соборование. Кто болящий, нуждается, есть, приходите к 9 часам. 28-го. Так? Исповедь будет вечером, после вечернего богослужения. В пятницу исповедь будет. В субботу утром причастие будет за литургией. Также будет в субботу вечером еще исповедь и воскресенье. И следующее я приеду уже на вербное воскресенье. В субботу вечером еще, накануне вербного воскресенья, будет тогда исповедь. Так, ко мне какие вопросы есть? Я сейчас еду посвящать Александру Ивановну Чернявскую. Вчера были у Анны Кузьминичной и Валентины Фоменко. Да, слава Богу. Хорошо. Ходят сами, по своей комнате ходят сами. У Валентины что-то она... Сильно руки, говорит, как она болезнь, говорит, уже определили. Паркинсон. Паркинсон. Вот этого самого. Трясется. Так ничего, она ходит, нормально все. Анна Кузьминична тоже ходит. Так, какие еще вопросы? Еще какие вопросы? Как, батюшка, будет у вас там таяние происходить? До 20 апреля растает? Эти вопросы не ко мне, это туда подавай. Ну, надо это, благорастворение воздухов помолиться. Мы молимся каждый день, все, а это все уже, да будет воля его. Вопрос... Вы же будете пасту туда собирать на Пасху-то? Живы, здоровы будем, если не будет войны. Ой. Дай Бог. Ну все, доживем, конечно. Не так. У вас что у нас 20 апреля будет? Ну как, говорят, будто бы так, что прогноз такой есть. Говорит, что весна будет очень такая интенсивная, скажем, таяние будет. Это, вода сойдет быстро, потому что земля
местами промерзло до 2 метров. Да, передают так, что снегу-то мало, снега не было, морозы были. Вот, земля сильно промерзла, поэтому кто как, пока, значит, земля не оттает, никто не умирайте. Все живите до талой земли. Да. Вот. Ну и будет жарко, вроде бы будет очень тепло, будет это, весна, теплая будет. Поэтому, может быть, и оставить. Так, еще какие вопросы ко мне? Ничего нет? Все, благословляйте, я поехал. Вы нас благословили. Александру Ивановну поздравьте с днем именин. Так, объявление очень важное. Наш брат, оказывающий нам огромную помощь, он из Московской патриархии, лишается квартиры. Он на квартире был, платил 10 тысяч, хозяйка сразу взвинтила, говорит, до 21. Понятно, что для барнаульских цен это не посильно. И ему вот к первому числу надо освобождать квартиру. Желательно в центре работает сам, и жена здесь. Работают. Работают. Молодые. Я сколько раз говорил, вот умираете, все умирают. Ну а заботьтесь о своих квартирах. Вот у нас был не расположен этот иеромонах Судников. И он обо мне все писал. И Игнатий, говорит, постоянно об этом говорит. И никто не подписал свою квартиру кому-то, кроме его самого. Даже он желает отрицательно сказать, но сказал так, как есть. У меня есть шанс получить квартиру, где вторая строительная барачная. Ну, просто платим деньги, а там уже под снос. И будут давать квартиру. Далее бы я уже сказал заранее ему, этому человеку, тебе сразу ее отдам. Еще там где-то, как говорится, наклевывается. Но как Бог даст. Конкретно, кто бы мог взять на квартиру 2 молодых, очень верующих людей? Они нуждаются. У них, видите, уже условие такое, быть ближе к центру. Ну, понятно. Лучше бы, кажется, 2 комнаты было, чтобы кухня это, я знаю. Но когда нам было трудно, а я это все испытал, с 11 лет по квартирам иду, потеряю 4 класса, а дальше в Корчиной. И хозяевам всегда нужно угодить. Это и так понятно. И Сирахко говорит, как вооруженному разбойнику, кто поверит, так одинокому человеку, блуждающему с квартиры на квартиру. Пришел и говорит, у меня брат приехал, освободи квартиру. Вот такими словами прямо написано. Я знаю тягость эту. И поэтому, чтобы не было тягости, ты должен быть рабом тех, у кого живешь. Я жил здесь, в Барнауле, вот где молодежь с красноармейским, там... Прям на самом этом. Я смотрел, что хозяйка делает. Она начинает белье гладить, я соскочу, утюг уже отобрал. Я все белье поглажу. Парень еще с техниками. Лежу в окно, она пошла за водой, а воды-то не было идти-то. Я босиком выскочу на улицу, отберу ведра, не дам. А она собирает помидоры, бывает, мне помидоры даст. А у меня ничего нету. Меня вытолкнули в город, дал отец 3 рубля, это доехать, 2.30 билет стоил. Все на этом. Ну, на зиму было, отец-то гусей держал, 2 гуся, а я их пилкой, ножовкой распилю по спичечному коробку. Это год. А домой ехать на вагоне, на вагоне. Уже зима, я на вагоне. А иногда кричат там, ну и побежал прыгнуть на вагон, да зацепился, полетел, да где? Вагон, номер вагона, за это зацепился. Доеду домой, мать постирает, обратно уже ехать. И все равно выросли мы. Не воровали ни одной крошки. А как свободное время, так на вокзал. На вокзал кому чемодан отнести? Свободное время на рыбалку, на рыбачили, пошли по соседям хоть маленько продать. У кого дрова лежат, скорее испилить. Нам надо было жить. 10 детей, отец инвалид войны. 10. И поэтому я думал, после, когда уже вернулись сюда, уже жена есть, мне только ночевать. Ночевали, потихоньку помолились, верующий скорее вышел, до вечера меня там нету. У людей сегодня другие требования. Я говорю о квартирах, если ваши пожилые люди, дети имеют, все, им не нужно это. Позаботьтесь о небе. Квартиру вы даете для Бога, для Христа, там получите. Здесь ангелы будут воспевать. И вот живут и все своим неверующим. Я неверующим ни копейки не подписал нигде. И не будет этого. Во-первых, верующие, которые, братья, родные, сестры, они все имеют. А неверующие, мы не наготовимся на прорву пьяную. Ни копейки.
есть такое правило соборное. Епископ одинокий, но он был когда-то женат и дети. И умирая, он подписал им имение свое. А бывает, не подписал. Несмотря на это, его даже отпевать не дают. Епископа относится церковь к нему как к врагу Христову, потому что он своим имением усиливает врагов. Мне этого, мне, хватит. Я прочитал один раз, я понял, ни одной копейки нельзя давать неверующим. Когда они действительно нуждаются, тогда я хлеба куплю ему. Я его накормлю, веду в дом и положу спать. У меня с вокзала приходили, бомжи и спали дома. А я ключ убрал, дверь была раскрыта. Кто хочет, тот и приходит. Ночлежку устроил. Вообще безрассудно делал. Но остался живой. Поэтому я призываю не к тому, чего не испытал, а то, что наяву. Так, кто может помочь этим молодым людям? Люди, которые, он особенно помогает нам, помогает очень сильно в интернетном деле. Даже переоценить это нельзя. Мне нельзя даже называть. Мне сказали, что если узнает патриархийное, что он помогает мне, его со всех работ они будут преследовать, давить, и пока не выживут. И жену, и его. Эта сталинско-беревская структура пропитана этим ядом преследования. И я убедился в этом. Я в прошлый раз говорил. Есть хорошие большие журналы, как «Фома». Есть журнал такой же большой, там 200 страниц, наверное. «Русский дом», он 263 рубля, кажется, стоит. По благословению патриарха Алексея II. Благословение Крестьянкина и Николая Гурьянова. И у них свои работники, они натолкнулись на патриархские сведения. Они вышли на меня с контактов. А вот вы могли бы дать, вот сказать, это православное селение, а у них так... Журнал для тех, кто любит Россию. Это как лозунг у них. Ну, я сказал, что у нас есть районная газета. Они сразу вышли туда. Дайте телефон. Я дал телефон. Они связались с корреспондентом Ритунским Владимиром Васильевичем, который был у нас в лагере, когда еще не было потерявки, не начинали. Самый старейший. И он много писал, приезжал специально, и ни разу, нигде не соврал ни в одном слове. И он приготовил статью. И мне сказали, этот журнал идет за рубеж везде. Его читает патриарх. И они взяли статью о вас. Много фотографий. Но сказали, никому только не говорите. Если узнают там верха, что это о Потеряевке, они сожрут журнал этот. Да неужели? Даже не сомневайтесь. И когда будут рассылать, молчите. Когда уже в руки попадет, теперь клиенты не отдадут. И вот поступил сигнал, отдали за март. И вот получил батюшкин отец Иоанн Суворов в Туле. И когда прочитал, а его давят там за нас, за патриарх. Он говорит, с этим мандатом пойду теперь в патриархию, там я им докажу. Эти люди, которые не льстят. Этот Ритунский, старший спецкорреспондент, уже теперь, ну, старейший корреспондент, там, кто? Вот, этого нового дома. Третий номер за март месяц 2014 года. «Русский дом». Зарядите в интернет и увидите, ну там три фотографии, такие неважные. Наяву, говорю, там все красочно. Круто, фамилия редактора. Он там такие программы проводил, где был, там центральное радио, там при Горбачеве, он такие посты занимал. И он здесь сидит, отвечает, и у него помощники. То есть, действительно круто. Я посчитал, думаю, просто молекула там против таких людей. А они, видите, как обратили внимание. Мы могли бы много здесь сказать. Поэтому я снова возвращаюсь, кто мог бы помочь этим людям, конечно, не за 20 тысяч в месяц. Я повторяю, у меня все время на 12 квадратах комната с кухней вместе 12,8. Так точно я вымерил. Здесь кухня, здесь у меня магнитофонная тон-студия, 15 магнитофонов работают вот таких вот, поднимаю, опускаю. Здесь я печатаю, Надежда Васильевна здесь шьет тапочки. Ко мне приезжают люди, переплетный цех, занятия на 12 квадратах. И 11 человек на полу не спят. Вот на таком участке. Я просто говорю, что подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел так говорил. Никогда не тесно в любви. Никогда. Итак, кто мог бы помочь, посоветовать, взять? Сережа, подойдешь потом. Поговорим. Помолитесь теперь, кто не может, кто далеко живет, и вы, я не упрекаю вас, ну помолитесь об этом. Просто криком кричит душа. Это брат наш. Но Московская патриархия, нам не надо говорить. Я с такой же охотой
Для баптистов подыскивают для свидетелей Иеговы. Когда люди оказываются в нужде, Бог разберет. Я кормлю вот бездомных собак. И выхожу, они меня залезали всего. Собаки. И никого не укусят, собаки. Вот здесь Галя приходит, она много приносит с мясокомбината, мясом всю улицу закормил. Собаку, дикое животное, медведь из рук Серафима Саровского ел. А мы родных и близких теряем из-за того, что жестокосердные. Это первое. На этой неделе были маленькие события. Но маленькие они с последствиями. Но я начну с последнего. Батюшка сказал, что будет соборование. Так, я буду говорить, быстро вскиньте руки. Кто ни разу еще в жизни не соборовался? Слава тебе, Господи. Так, а кто соборовался? Поднимите руку, но не пускайте, я посмотрю. Так, опустите руку. Скажите, кто из вас был в это время, кто не мог сюда прийти сам? Где вы соборовались? Так, понятно. Слушайте внимательно. Очень внимательно. Написано, кто болен. Не написано, когда узнает соборование, и тогда соборуйте. Но пусть призовет пресвитеров. Почему? Он лежащий. Он пластом лежит. Призовет, не пойдет. Исказили все. И сегодня иду здоровый, гляжу, крепкий. А что, авансом? На всякий случай. Я говорю, так это лекарство. Один раз или два раза в жизни придется только соборовать. Когда мазали, Евтихий был, ко мне батюшка подходит. Ну давай по собору. А зачем? У меня вот Виктор Андреевич, врач, он меня соборует. Он еще надо, он болезнь мою посмотрит. Все. И дальше. И не помолятся о нем. Господь говорит, и помолятся о нем, молитва веры. Как? Над ним написано. Вдумайтесь в этот смысл. Над ним. Больше я не встречаю нигде. Над ним. Вот он лежит. Вот он больной. И они пришли, склонились. И притом семь пресвитеров. Такой был порядок в церкви. Ну, где нельзя, там освященный один. Над ним. Он лежачий, он не рядом стоит. Не стоит, не... он лежит. И призовет, и придут, и над ним помолятся. Тут толковать вообще ничего не надо. Достаточно русский язык понимать. Сами подумайте. Я не отговариваю, но говорю, таинство должно быть по совести. Как человек без исповеди сегодня не подойдет при счастье. А исповеди вообще не было у первого апостольской церкви. Написано, каждый исследует сам себя и таким образом приступает. Исповедь вошла столетия спустя. Но это мертво держится. 2-3 раза венчают при живых женах. Свободно архиерей разрешил. Но если это во время поста или накануне пятницы, ни один архиерей не разрешит. Хотя об этом ни в Писании нигде не сказано. Все вот так у нас вывернуто. Мы православные фарисеи. Я разговаривал однажды со священниками. Скажите, вы верите в то, что написано, не прибавляя к словам Господним? Всякое слово Господа чисто. Чтобы не обличил тебя, ты не стал лжецом. Ну да. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Вот у нас в коридоре написано. А зачем вы прибавляете? Кто? Ну вы, батюшки, пресвитера, попы. С архиереями вместе. И утвердили это. Как вы можете добавлять? А разве мы добавляем? Ты сегодня несколько раз добавил в храме, когда служил. Скажите, сколько молитв? Да молитв много, разные писали люди. А самая главная из всех молитв какая? Молитва Отче наш. Когда ученики говорили, научи нас молиться, Христос говорит, когда молитесь, не говорите лишнее, но говорите, Отче наш, сущий на небесах. Я говорю, прочитай. Еще, я не знаю. Так я сказал, прочитай, прошу тебя, что ты топчешься-то? Ты бы начал уже половину прочитал молитву. И дальше... Аминь. Так аминь где? Избавь от лукавого. Запятая может стоять. И даже ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Ну я так и считаю. Так и считаешь. Да ты добавляешь твое царство, сила, слава Отца и Сына и Святого Духа. Откуда ты взял Отца и Сына и Святого Духа? Зачем ты добавляешь? Это молитва Господня. Все до одного добавляют архиереи. Когда добавили, никто не знает. Убрать ни в жизнь теперь нельзя. Главное затянуть туда. Так это плохо. Ну, конечно, хорошо. И Саул хотел принести жертву. Как лучше, непослушание тоже, что волшебство. И Господь сказал, тебе вот так сделать, ты решил не так. Бог говорит, отверг тебя сразу. Саулу было сказано. Да я хотел животных оставил, ну порубят, с грязью смешают, какой толк? А я в жертву Богу Иегове принесу. Бог отверг тебя, ты уже молотишь на воздух только. Ты слышал, что уничтожить надо было? Зачем тебе добавлять было? Мы сегодня слышали о Моисее. Он не кроткий называется, а кратчайший. Больше мы не считаем в Библии. Кратчайший. Да более жестокого человека трудно было найти. Ни один человек живьем в ад не отправлял, как он. Даже Давыд этого не делал. А Давыд был самый настоящий садист. Даже Гитлер этого не делал.
Но в очах Божьих они святы. Почему? Другая мера измерения. У Давыда попало в плен 50 тысяч. Ну в плен. Во времена Елисея как накормите, говорит, водой напоили, их отправили домой. Другим скажите, с нами воевать не надо. Не надо бояков убивать. Их накормить, напоить надо. Христианизировать. А это что Давыд делает? Давыд так, сколько? 50 делить на три части. 15 тысяч вести на скалу, сбросить в пропасть. Ему это надо было. Другой, так, еще 15 тысяч. Так, а с этими так, молотильные машины, танки, положить их и гусеницы наматывать кишки. А это 15 тысяч. Так, обжигательные печи. Это не Освенцим. Это Давыд, псалтырь, который мы читаем. Я не сужу, я хочу сказать, но у Бога другая шкала. Это Бог повелел. И поэтому судить по событиям надо, вот мы сегодня слышали, разум Христов иметь. Разум. А разум из Писания. И когда разум по Писанию у тебя идет, ты будешь повелевать демонам. И не только демонам, но и гиене скажешь, умолкни. Клокочущие волны пламени умолкнут. Кто читал сегодня это? Умолкни. И преисподняя умолкнет. Это Златоуста проповедь Евангелия от Матфея, 78-я беседа. О. Я говорю о том, что есть, что мы слышали сегодня. Так вот, на этой неделе меня соборовал брат Виктор. Договорился с машиной, договорился с поликлиникой, новая городская больница, и меня туда увезли. Я ему говорил, ты не торопись, в мае месяце мне ехать, и ты маленько посмотришь, может, текущий такой косметический ремонт, как здание. Я терминологией строителей пользуюсь. Он говорит, нет, сейчас. За это время подлечим, а потом снова проверим. Ну и меня повели... Ну, куда? Первым делом на уши. С ушами не ладно. А я тут три недели совсем перестал слышать. К слову сказать, после как у него побыл, ничего не делали. Я пришел домой, зашел в избу, слушал, стал слышать. А сегодня уже слышал, что все говорят, все проповеди слышал. Я не мог слышать. И каждое звук бум-бум-бум било у меня. Ну, соплил три недели. Говорят, грипп там поражает. Вот Виктор Андреевич меня увел. Я увидел, как там исследуют. Вообще я никогда не видал. До того мне понравилось, хоть врачом устраивайся. Понимаете, с такой математической точностью, а математика мой любимый предмет был. И вот она посадила меня, женщина там. Но сначала одна смотрела. Все смотрела, что-то писала, потом другой кабинет. И вот эта пожилая, тут молоденькая сидела. А это пожилая. Она мне дает в руки такой, вот как пальчик, а здесь кнопочка туда-сюда ходит. Вот сейчас я вам надену, и вот звуки буду давать низкие, высокие. Высокие это ти, а низкие бум. И как только начало вы слышите, она тебе там держит график, и у нее клеточки, она ставит, потом соединять будет. И она проверила на много-много звуков. А я, как только услышал звук, толкнул, она еще больше, я не слышу, она еще больше нет. Я вспомнил один рассказ такой. Изобрели, говорит, прибор такой, а сейчас техника очень далеко шагнула. И женщина будет рождать в муках. То от кого она зачала, часть болезни может муж взять. Договориться заранее, и каким-то образом, ну, болеть будет то же самое место. Его мужик договорился, жену отправил в больницу, пришел к этому профессору, аппарат новейший. Он ему говорит, как, совсем из больницы. Жену завозят в отделение, она рожает. Так они говорят, начала. Ну, все, тот прибавил ему, ну, и как, покалывает. Вообще ничего нету. Как-то. Оттуда уже не сообщает, ничего нет. Он говорит, ну надо что-то делать, боль-то брать. Еще больше нет. Он говорит, дальше нельзя. Красная черта, дальше смертельный случай уже будет. Это разрыв будет у тебя промежности и кровоизлияние внутри. Я люблю свою жену. Я хочу часть муки взять на себя. Ну да дованул мужик-то, ничего нет. Он за прибор, смотри, что-то сломался. Ну ладно, мужик поехал домой, потом жену проверил. Приходит домой, а сосед мертвый на крыльце лежит. Сосед. И вот я этот прибор-то нажимал, и она вывела кривые какие, потом на это ухо, а потом какую-то костную вот сюда, уже не в ухо, а сюда. А потом вот такой камертон, не меньше вот такой, вот она ему стукнет и мне в голове. Фу. И как звенит, каким ухом лучше слышите. А потом ударила под лоб, у меня как рога растут там. А я попросил заранее Сергея фотографировать. А Виктор Андреевич, видимо, договорился, и мне везде разрешили все сфотографировать. Я в интернет уже выставил там. До того мне понравилось, уходить неохота. Так они не слушаются меня. И уже между с Виктором Андреевичем договариваются. А они определяют, какой слуховой аппарат. Я говорю, не надо, привыкнешь, это, вы больше будете глохнуть. А я этого не слышу, что они говорят. Я сижу молча, глохну и все. А потом дома я разобрался. Думаю, вот когда выступаю,
Там мне это не надо, я как, ну, говорю, да и все, ничего нет. А когда начинает вопросы задавать, переводчик, я в два раза больше времени, тот говорит, это теперь повторяет, синхронно должен. Но ясное дело, что я подумал, вот на этот момент я бы надел. И она ни слова не говоря, там уже маленько вымерила, какой-то аппарат приставила. И они стоят, он как до Игоря, на расстоянии таком. И разговаривают между собой. А я сразу говорю, что вы так кричите-то? Такая слышимость, что даже мне кажется, что они кричат. О, вот видишь как. И это они хотят меня сейчас куда-то повезти. Виктор Андреевич, продолжи чуть дальше. Ну теперь надо еще ехать в то место, где продают эти аппараты слуховые. Там еще более конкретно, персональному человеку, значит, вот подобрать этот слуховой аппарат. События, конечно, не космического масштаба, а... Ухо, горло, нос. Ну, мы убедили его, потому что он говорил, вот там, так сказать, за язык его никто не тянул, он сам сказал, что бывают такие ситуации, особенно когда он разговаривает по скайпу, до зубовной боли, до скрежета зубов, охота, чтобы слышать, да. Потому что не слышит. Бывают такие ситуации. Ну, вот она сразу так и говорила, что ситуационно хотя бы вам это нужно, на поездку, когда задают вопросы, ну и вообще это необходимо. Исходя из беседы с братьями, которые ездили в поездку, они говорят, что многие конфликты возникают из-за этого тоже, в том числе. Поэтому, конечно, нужно. Это нам известно. Ну и пока, одним словом, нужно нам собрать денежки и купить ему. Вот. А он сказал, что не собирать, меня предупредил. Ладно. Да ладно, это сказки это уже. Столько у него всего есть, что это... Так, по ушам закончили. Там делов-то 1200. Я вижу, вы грамотный, говорит, человек. А она, барыня сидит. А как вы? Определили, по ухам 20. Или по мехам? Так, вот, Виктор Андреевич, не посчитай за труд, вот этой красивой девушке молодой, которая чернявая меня осматривала, подари. А это та, которая постарее, конечно, рыжеволосая, ей подари. Хорошо. Теперь я буду говорить про кулистов, а велик окулисту. Ну, я не буду всю биографию рассказывать, но биографию я его определил, пока сидел перед ним. Он специалист хороший. Мне понравилось, как он меня дергать начал. Подходи, аппарат, садись, бородой, это вот сюда, вот в ямочку, я сюда, долбом-то надави сюда. Что ты делаешь, что вроде? Я перед ним думаю, вот это да. Я так привык с коровами разговаривать. Он вроде татарин. Ну, ему-то надо рассказать все, как это было, как в чем виновата жена. Это было год назад, он всю историю. А ему-то там очередь за дверями-то стоит. А слушать-то когда ему? А у него время отведено на каждого больного-то. Да, и если можно, если он примет... Он мне понравился. Я не знаю, он татарин или кто-то, да? Наверное, какой-то насмех. Ну, понравился. Так вот, я как могу как-то отблагодарить, память сделать. Какие будут последствия, не знаю. Но главный смущающий фактор, то, что Виктор Андреевич уже лекарства все приносит, покупает за свой счет. Это очень дорого. Я понимаю, я говорю, я должен. Да ты для меня больше сделал, да, или вы сделали там. Ну, я не могу себя побороть, я в этом возрос и... Не привык за чужой счет. Он и с сыном никогда не говорит. Так, у меня еще второй тут есть. Ну-ка иди сюда на расправу. Иди по-хорошему. По-хорошему. Ну иди, брат, один раз. Что тебе стоит? Не понес. А Алевтина, ты где у меня? Ну вот она. Это вот наша сестра Алевтина, ее скромный сын не заходит, программист. Сколько он на меня тратится, сказать нельзя. Все заменяют. Объявили всемирный сбор средств на новый компьютер, там это Сергей парализованный-то. На днях купили наушники, я не знаю, цены какие, но наушники сказали 800 рублей или больше. Колонки новые 3000 рублей. Там еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Я только, может быть, я не заниженную цену говорю. И бесплатно ремонтируют, что мы делаем материалы для всех людей. Ну надо хорошее. Я тут уж ничего не скажу. Действительно, надо хорошее. Это не для вас мы делаем. Ну тогда вот вроде бы. Мы приблизились к тому. Я не вижу, никого тут и нет. Один Витя остался. Вот третий человек приехал. Кто в поездке будет? Он будет репортером. Нам сказали, чтобы мы давали чуть не каждый день репортаж с нашей поездки. И в Екатеринбурге специалист специальный, который будет принимать и выставлять в интернет. За вами будут следить тысячи людей. Ну, поездка-то необычная. 120 городов России, районных центров. И государств не меньше 20. Начиная Украину, пройдем прямо возле Крыма. На Украине.
прямо возле Крыма пройти. Дальше. Румыния, Болгария, и уходим сразу в Грецию. Там побудем, встреча, переплываем, и сразу Италия, Папа Римский. И дальше выходим во Францию, Испания, Португалия, к Атлантическому океану выйдем. Если обратно войдем, на этой неделе, может быть, поступит, наконец, приглашение, нашлась группа людей, которые за нас оплатят в Англии. Я всегда говорю, непонятно. Значит, заходим в Англию. Я считаю, один раз надо переплыть поверху, один раз по тоннелю, чтобы было что рассказать. Ну а когда вернемся, мы сразу в центре. Это Люксембург, Швейцария, весь центр Европы взять. И тогда через Германию, нас там ждут, выйти через Польшу, в Данию и четыре Скандинавии страны. Оттуда переплыть Финский залив, Прибалтика, три республики, и сразу уходим на север. На север до Мурманска, видимо. Это планы, и в прошлом году планы были выполнены Господом, не нами, намного больше, чем мы думали. Если Господь благословит. Это последняя поездка, и паспорта зарубежные можем в архив сдавать. Дольше делать будете. Дальше только по России, еще на один год. Книги кончились. А Япония? А? А Япония? Ну, Япония. Кому-то найдем японца, через него перешлем. Значит, помолиться об этом, чтобы Господь устроил как ему угодно. Я в молитве говорю, Господи, если наш путь не угоден, то дорогу нам не расчищай, а брось нам навстречу горы Эльбрус, чтобы нам не перейти их, чтобы никуда не попали. Прям дома тут и застряли. Но в прошлом году мы так молились, а Господь по-своему усмотрел. Мы просим познать волю Божию. И у нас неопределенно, где ставка, куда отправлять контейнер книг, 4 тонны предварительно. Книги, это вот лежат, вот 38 книг, вот один комплект, это 20 тысяч 100 рублей. Вот один комплект, чтобы взять. Если бы 10 человек сейчас у меня взяли, сразу что? 200 тысяч рублей. Да. Ну, помаленьку, мы вчера, позавчера отослали, сегодня запрашивает один номер, один экземпляр. У меня очень мало идет, меньше 10%, 90% из книг я раздаю даром. Ну, не я, мне же помогали. Помогали. Это огромные миллионы здесь заложены. Это все понимают и в ужас приходят. Это как? Это и сдали, и вы отдаете. Это да как так? Да никак. Притом я отдаю с радостью. Вот что дело-то. Не то, что я могу взять деньги. У меня даже порошинки не мелькнуло нигде. Это те, кто помогал. Нам на дорогу нужны будут средства. Я сказал, главный у меня сборщик Людмила Степановна. Где она? Вот она. И она болеет, помолитесь о ней. Я сказал ей не собирать деньги, а между 1 и 10 мая принесите, кто у вас будет. Кто щедро сеет, щедро пожнет. Откладывайте. Не по одной десятине, а побольше. Я вам говорил, как мне Господь давал и какие суммы мы собирали. И всегда спрашивают, а куда такие деньги девать? Мы узнавали, где лучше. И узнали, у отделенных баптистов печатают подпольные, печатают где-то в Латвии. Их не только КГБ искало, ГРУ разыскивало. Разведка. И мы туда отдавали, и теперь продажи не подлежит. Новые заветы шли. Бесплатно. Мы туда все отдавали. И поэтому такое обилие благ мы испытываем сегодня. А кому они попадут, что, меня Бог не спрашивает. Мое дело звать на брачный пир. Матфея 22 глава. Маленькое замечание вам. Почему люди русские бедно живут? Первое, плохо работают. Для дяди. Вот пнули его, даванули его. Будет работать. И вот тут одна есть сконка, кажется, одна. Она приехала там, не знаю, как ее звать, Светлана или кто. И она беседует с Дмитрием Смирновым, со священником. Говорит чисто по-русски. Она принадлежала к высшей элите в том государстве, Конго. А когда пришли другие с власти-то, они вырезают до корня всех-то. Ее советское посольство сумело сюда отправить, и в отдельной школе ее учили. Ну, ее спрашивает русский священник, правая рука патриарха Кирилла по военным ведомствам. Но как вам здесь люди? Она говорит, русские люди, интересные люди, говорит. Вот им говорят делать, а вам не будет. Ведро опустить в колодец не опустит, вытаскивать не будет, колодец рыть не будет. Но пришел начальник, топнул ногой, пнул его, он зальет всю ограду водой. Поэтому нам нужны революции и смуты. А она, посторонний человек, живя здесь, зная, что там, она сравнивает, и таких людей больше нету. Им всегда нужен толчок. И один из них это я. Материалы, которые я написал, я их не выдумывал. А возникала какая-то срочная необходимость, ко мне вопросы пошли, и я писал тот же день. Меня привезли, операцию делают. Я после операции на кровати полулежа, а со двора свет падает.
Какой свет там рассеянный падает? Я в это время бумагу держу, ни одной строчки не видно. И пишу. И кажется, отцы и дети, материал написан там, в этом состоянии. А потом, думаю, расшифровал, все. Срочно надо было. Но меня надо было долбануть, ударить, тогда искра, и тогда загорелась. Еще. А такой момент, я думаю, что может и не представиться, дай-ка я вам скажу. Некоторые еще до конца не понимают, от кого мы происходим. Телесно и духовно. Вот бывает, ребенок склонен к чему-то. В родителях надо искать. Какие? Откуда это в ребенке появилось где-то? Вот он здесь, я ему прошу, зайди сюда, он ни под каким видом не зайдет. Почему? Это родители. Они все подвергают скептицизму, критики, и поэтому дети точно так же с учителями обращаются. У меня учитель здесь, я говорю не о чужих, рядом. И духовно рожденный, от кого рожденный, точно так же наследует его характер. Он полностью подражает и доверяется. Это плохо. И отвечать придется за всех, кого, говорится, приручили мы. Даже за собак. И поэтому, если даже враг наш, о нем не надо говорить плохо, а говорить правду. Говорят о мертвом, говорят или хорошо, или ничего, это неправильно. И говорят или все, или ничего, а не хорошее. Все. Вот все это означает и хорошее, и плохое. Я опять же беру из своей биографии. В интернете. Вот на меня нападают когда, а они выбирают только самое плохое. И при том, тот, кто написал, его нигде нету. Вот, допустим, священник в Германии. Он берет и ссылается на Маленко, отец Олег, о Маленко. А это еретик из еретиков. Всю московскую патриархию он называет сатанинской. Ни таинства, ничего в ней нету. Но он в это время забывает об этом, и его высказывание против меня берет себе. Но это говорит человек, который тебя за сатану признает. Он на это не смотрит. Мы сидим за столом в епархии. Наш Евтихий сидит, Максим рядом сидит, и наш отец Аким говорит, ну как с вами иметь общение, когда вы сейчас в интернете выступили у нас материал и говорите, это от беса все у нас. Так Максим как скинулся, да вы что? А рядом сидит священник, говорит, да, горно-алтайский, отец Георгий. Убрать сейчас же, мы домой не дошли, уже они убрали. Понимаете, почему? А это делает так власть. Если объявили, такой-то нехороший человек или что-то где-то, враг народа, все газеты, уничтожить, гадину раздавить и прочее. Было это? Вот они оттуда происходят. Рождение. Сталин и Берия в сентябре 43-го года образуют Московскую патриархию. Я признаю благодатность. Но руководство нелегитимное. И вот такое. Они сейчас вот когда говорят, а столько роликов у нас, и у нас служба идет, у нас епископ Максим. Семинаристы, кажется, 11 человек, 4 священника, секретарь епархии, ни на что не смотрят. А это знаете кто? Это говорят они. А это в виде, это такое как братство Виссариона или Белое братство. И тут же идет служба у нас, и он подписывает Белое братство. Белое братство ведет службу, архиерея служит. Так если ваш архиерей с нами служит, а мы Белое братство, он уже отлученный. Мы-то все равно у вас уже проклятые. И у меня было, когда у меня шел суд с Московской патриархии, даже ко мне расположенные люди, на них давили, и они давали, после уже я узнавал, не показания, но внутри они были не с нами. Это поражение внутреннего духа. Смотрите, с кем знаетесь. Иногда, а я пойду, а я, может, туда схожу. Сейчас вышел один на меня человек, хороший человек. Мы вчера с ним только ролик записали. А он называется Новоапостольская церковь. Он там уверовал. А потом увел туда мать, сестру, кажется, друга. А потом Бог открыл глаза. А потом наткнулся на наши материалы. И сейчас мы с ним переговариваемся. А можно, меня там зовут, жалеют, я у них диакона был. Ни шагу, Евгений, ни под каким видом. Пойти можешь только с батюшкой. Если ты где-то грешил с женщиной, а потом обратился, ой, у меня первая жена была, она хорошая, я пойду ее обращать. Ты уже в кушине у дьявола. Тебя уже заложил котел туда. А даже той улице не ходи, где грех тебя заставал. Так святые отцы советуют. И вот они меня собирают, где выступает отец Лев Лебедев. А он из зарубежной церкви, он их там клеймил, не знаю, там, кажется, безблагодатность. В полупьяном виде что-то написано. Одно и то же друг у друга цитирует против. Почему? Награда. Я стал искать у Бога, Господи, неужели они все такие уже
Ну, рядом лежит вот 100 характеристик на меня, 100, и две плохие, а все эти просто превосходные. Ни одну не берет, и одни друг у друга берут и копируют. Кемеровская епархия написала, Тульская от нее перекопировала. Братство — это звенящие кедры, это то, что Анастасия там. Это даже одержимыми нельзя назвать. И тут же видят службу. Но интернет не обманешь. Я взял и зарядил «Прощенное воскресенье». И она выказывает: «Прощенное воскресенье», патриарх Кирилл говорит проповедь на «Прощенное воскресенье». «Прощенное воскресенье». Да другой ролик такой-то. В монастыре, как идет служба, там монахи. И дальше. «Прощенное воскресенье», Игнатий Лапкин. И у нас 2 года назад как было, как вы все подходите. И вот эти роботы, которые выбирают, отсеивают материалы, они нас туда занесли. Я посмотрел, да они все ролики вместе не стоят. Какая щинность, какой порядок, как батюшка говорит проповедь. По одному как крест, двое подходят, как что. Вы все там есть. Это не я составляю. Это машина, автоматика выставила нас в тот ряд, где они есть. И оттуда не убирается. Хорошее или плохое, нужно работать как машина. Она не знает, что мы с патриархией, не патриархией. Она нас выставила в ряд рядом с патриархом. Смотри и любуйся. Я когда тому говорю, что когда встречаются вам нерасположенные люди, и ваше сердце не расположено, постарайтесь о нем что-то узнать хорошее. Я слышал такой анекдот. Анекдот может быть. Прости меня, Господи, что не так. Господь будто бы шел, и когда говорил о хорошем, то кто-то... Ему сказал: Господи, ну явно, что плохие люди, ну как же говоришь хорошие. А в это время он смотрит, в отвале лежит собака. Неужели об этой собаке можно сказать? Господь говорит, посмотрел, да, какие у ней белые чистые зубы. Ее убило, раздавило машины, но у ней чистые зубы. Целые зубы, она как раз зубами и должна быть. Даже в нем, в поверженном, что тебе не нравится, уже гниющее, ты должен найти белые зубы. Этот маленький такой рассказик и показывает. Одна дочь матери сказала: мама, ты так положительно отзываешься. Ну вот соседи там то. Ты, наверное, о сатане скажешь хорошо. Она говорит, у него тоже можно чему поучиться. Чему? Неутомимости. Он 100 раз приступает, не получается. Он с другой стороны. Ну, да мне бабы не нужны. Не нужны? Он тебе не будет подставлять. Он тебе мужика подставит. Этот афедрон тебе загнется. Ты сам подумай, что тебе больше нравится? А я богатство не люблю. Вот на богатстве тебя и поймает. Помните «Печаль сатаны» Джеффри Темпсон? Вот как раз на этом. Поэтому не зарекайся, а бойся. Еще. Тут закрыто. Ну-ка, открой-ка. Там есть кто, нет? Кто-нибудь есть из детей? Пригласи там, кто есть. Так, Игорь. Игорь, хочу сказать, я на эту тему уже не раз говорил. Будьте внимательны, что здесь говорится. Дети, чтобы во время литургии не бегали. Если надо сидеть, пускай сидят. Я сказал, нужна раскладушка, положите на раскладушку. Но не бегать. И когда начинается, когда херувимская. Один ребенок раз, капризы какие-то, я гляжу, выскочил туда, маленько пойдя опять туда. Один раз можно выйти. Мы никого не вербуем, не тянем. Ну сиди здесь, в детской занимайся. Пусть двери открыты, ты кое-что услышишь. Не бегайте, не смущайте людей. Не надо этого делать. Я что, не ясно говорю? Не надо. Она капризничает. Но именно в момент, когда херувимскую поют. Я замечаю. Это что, случайно? В прошлый раз нормально стоит ребенок. Как херувимская в это время начинает метаться. Подумайте, что это такое? Я сказал, не заводите, не причащайте. Вы причастием только отталкиваете его. Какое причастие, когда что-то неладно? Не причащайте этих детей. Сначала позанимайтесь с ними. Игнатий Ильич, да. По этому же вопросу. Значит, я наблюдал, как те лица, которым воспрещено заходить в детскую комнату, заходят. Не заходить. Еще раз напоминаю. И вот как только переступили порог храма, куда мы заходим уже на молитву, прекращайте разговоры. Здесь разговаривают, заходят и продолжают разговор. Конкретно, назови, кто разговаривает. Ну, Игнатий Ильич. Смотритель должен сказать конкретно. Я могу сказать, кто разговаривал. Ну, как раз его и нету здесь. Главный разговорщик. У нас даже шепотом нельзя говорить ни одного слова. Ну, просто прочитайте. Вот здесь оставайтесь, разговаривайте.
Сейчас до занятий еще много времени, вы поговорите. Зачем смущаете? Сегодня Надежда Васильевна разговаривала с Веней. Я знаю, призналась. Я знаю, она ее нет. Я посмотрел ее, нет, она убежала. И Веню она задела, ну, Веню она задела. И он причин что-то много, начал отвечать там, но я А чтобы успокоен. Не нарушать, причина одна, смирение и кротость. О чем говорили? Послушание. И дети разговаривают все. И здесь, когда начали, тут мы на глазах. Дети все разговаривают. С ними ведите беседы. Я хотел об этом, кстати, сегодня сказать. Смотрите, священник выходит, выносит чашу, гляжу, повалились. У нас этого раньше не было. Тут поклон не положен. Священник в руках держит чашу. Только вышел. Он ничего еще не делает. Уже падают. Священник выносит крест. Крест и чаша, они связаны. На кресте кровь и кровь с чаши. Священник выходит с крестом. Никто же не падает. Священник выходит с Евангелием, никто не падает, не кланяется вниз. Почему? А Евангелие все пропитано кровью Христа. Но когда он в руках Евангелием совершает крестное знамение, в это время поклон. В руках у него крест, в это время поклон. В руках у него чаша, с чашей он крестит. Это два раза только за службу. Все. Считайте Симеона нового богослова. Не выдумайте, я прошу, раньше у нас этого не было. Кто это взял за... Просто не надо этого делать. Вы поняли? Я не против, но в церкви существует определенный порядок. Когда в руках у священника три предмета. Крест, чаша Евангелия. И тогда он совершает крестное знамение, и человек кланяется. Вот тогда он кланяется. А просто вышел с крестом, не надо кланяться. Ты можешь перекреститься, но поклона нету. Вопроса по этой теме нету? Есть. Это же давно уже у нас тянется. Это с тех пор, как сказали, что после Херувимской батюшка начинает выходить, и нужно сделать поклон. Если там дети, за них делают их эти восприемники и так далее. Я и сам сколько раз уже там делал. Это было еще, я не знаю, как, при царе Горохе уже лет 10, наверное, у нас идет. Это батюшка говорил, да. Так, я ответил. Это батюшка, Это батюшка говорил. Все, дальше но, делать, как хотите. Но не те, кто стоит. А восприемники за детей своих. Вот. Понятно? Видишь, да, как, да. Как-то пояснение показывает, что не все так. Не ты должен падать. Я вижу, Игорь упал. Думаю, что он упал? Он посмотрел, никого нет. Причащался. Ну и что? Так он уже упал в свое время. А, ты за сам. Он сам за себя причащался. Я за себя. Он же причащался. За себя причащался два раза, уже Игнатий Ильич сказал. А это ты, вот когда батюшка выходит, за восприемника своего делаешь поклон. Вот был бы сейчас Тарасий, и он бы причащался, я бы за него сделал поклон. Я уже лет, не знаю, сколько ему, 8 лет, я 8 лет делаю поклоны, как молодец, он причащается. Молодец. Я не знаю, что никто ты не делает, батюшка же русским языком говорил. Вот, я сказал. А, ну сейчас. Я вам сказал, вот меня все, знаете. С чашей. И с Евангелием. Вот какая разница. Христос проливает кровь, она в чаше. В чаше только кровь, а тут крест и кровь. И Христос, и все равно мы не кланяемся, еще непонятно-то тут. Мы просто разумом должны понять. Так, порядок такой. Перепутал. Если батюшка сказал, кланяйтесь, кланяйтесь, я не нарушаю. Я только говорю вам, чтобы вы знали. И потом не ссылались, что вы жили и нас во тьме держали. Я вам сказал, для вас дороже слова батюшки, выполняйте. Я сказал из книги, из содержания, по смыслу, все объяснил. Что непонятно? Когда в руке у него крест, чаша Евангелия, вот так вот крест, он тогда кладется земным поклоном. Все, только три момента. Неважно, когда причащаешься или не причащаешься. Да? Дальше. Я прошу нас немного коснуться. Тебя это не касается. Да, подожди, не надо. Ты опять на том же. Но я ничего не боюсь. Не надо понимать, потом поймешь. Хорошо, сейчас она будет тебе объяснять. Следующий тебя слушаю. Чуть попозже. Я слышу. Да. Потом объясню. Ну, все понятно. Отдельно объясните, на занятие. Так, еще раз это. Не надо кланяться, когда батюшка вышел после Херувимской. Вы уже кланяетесь, когда батюшка, вот Игнатий Ильич объяснил два раза. Это он говорил для тех, кого маленькие дети и восприемники должны поклониться. Да сейчас без маленьких детей объясните, для старших. Ну можно тогда вопрос. Для старших все, два раза поклонились, вот, и все, два раза батюшка. Мы и поклонились. А если человек... Скажите, пожалуйста, конкретно. Нет, никогда не надо, не надо, а когда не надо. Надо. Ты два раза поклонились. Не надо когда. Не надо никогда. Вы два раза вместе со всеми поклонились, все. А теперь остается, вот батюшка сказал, для маленьких детей, у кого есть тут восприемники, они должны за них поклониться, сделать земной поклон. Ну все, больше объяснять не надо. Моя задача сказать. А кланяться, кланяйтесь, я никому не запрещаю кланяться. Я сказал, что это противно смыслу даже. А церковь установила порядок по смыслу, все объяснено. И где эта книга такая толстая, Симеона, это есть об этом. С
Солонского, ну, не называется нему... новая скрижаль. Вот батюшка по этой книге и рассказывал. Ну, все пускай. Но нам батюшка сказал, кто причащается, всех поклонитесь. Он нам приказал даже нас. Да. Теперь, когда вы разговариваете с кем-то, вас просят чуть ли не интервью дать. Вы сначала посмотрите, кто это и чего они от вас хотят. Вот этот монах размонашенный, Баранов, фамилия его, хорошо запомните. Он Михаил, а теперь был Григорием, женился там на какой-то послушнице, будучи монахом, церковь никогда не может это одобрять. И вот он приехал на Алтай, я говорю, в прошлый раз, берет там интервью у Георгия Титова, ко мне позвонил. У меня только два слова. Я его не знал. За это время посмотрел в интернете, узнал и ответил, встреча отменяется. У меня были упреки, да вы понимаете, это фильм будет, да это так далеко, известно. Я посмотрел, какой он фильм поставил, да думаю, Бог меня спас. Ничего, кроме позорища, не было бы. Мне звонил новопоставленный император в России, его помощники, о встрече. Я сначала просмотрел все, что у них есть, и два слова, встреча отменяется. Ничего, кроме провокации, там нет. Обойдемся. Нам слишком много дано. Вчера заходит ко мне Олег наш и приносит эту книгу Омоленко. Я только открыл на первой буквально странице. И сразу вижу там, он церковь, он секту образовал на православной основе, как бы, церковь Иоанна Богослова. Что Иоанн Богослов, он не умер, он воскрес. То есть берут. А там написано, Господь не сказал, что не умрет, но прибудет доколе, а ему это по боку. И образовал свою секту, и по ней все делает. Значит, Московская патриархия, вся сатанинская организация у него. Ну, маленько-то думай, где? Остальные все тоже, вот как я, Герман Стерлигов. Никого он не признает. Старообрядцы тоже. А почему я стал думать, как же он к старообрядцам принул, а теперь против-то? Миллионер у него все просят. А врагам он не помогает, поэтому патриархию он отсек, все патриаршие церкви он в ничто, старообрядцев в ничто, но есть где-то кто-то, я сказать не могу, но где-то кто-то есть, то есть помогать никому не надо. Он миллионер, вовремя успел ухватить и отошел, и теперь там живет. И никому не надо помогать, все враги вокруг одни. Я думаю, почему он так вдруг ото всех отошел? Никого нигде нет верующих, только он один и еще где-то там Кирик какой-то спрятался. Вы очень внимательно смотрите, что вокруг нас совершается. Дьявол нас просто так не оставляет. Он кое-что ищет. Когда говорят вам о предании, вы помните, апостол Павел говорит, храните предание. Он имеет в виду не наши предания, которых преданий тогда не было. Имеет в виду предание, то, что он передал устно. А когда он написал, это предание стало писанием. Вот и все. И ссылаться на эти слова, что предание, и вкладывать туда, что сегодня архиерейский синод там принял, это нельзя. Вот сейчас готовят они встречу всех православных, видимо, и католики могут быть там, чуть ли не 8-й Вселенский собор. Они встречались, главный там патриарх Варфоломей, но эти по чину патриархи сидят рядом где-то, и они программу выставили. Ну, мне пошли вопросы, как смотреть, как это так, да это антихристы собрались. Я прочитал программу и отвечаю, программа хорошая. Ни одного слова замечания не могу дать. Да там патриарх Кирилл был, да будет он благословен у Господа, патриарх Кирилл. Да будет через него благословение всем нам исходить. Он нигде не сказал неправильно. Но будут ли они так выполнять, вот, они и сами не знают, выполнят или не выполнят. Сегодня, вы знаете, референдум в Крыму о присоединении к России. И показывают сегодня ночью, какую завезли туда технику. Утром я посмотрел. Идут эшелоны, полностью эшелоны, военные танки и прочее. И такая, вот такие вот трубы, как Катюша, стоят одета. Но она сразу гектар, может, 10 в пепел превращает. И когда стали говорить специалисты, мы еще здесь слушали, израильский разведчик, вот армия какая, никакой армии нет у этого, у Украины. Это только так, для виду. Их сметут в течение одного дня, никого не будет. Нам это надо? Так что сегодня усильте молитву. Результат будет завтра. Они, может быть, договорились? Есть такая поговорка, вы знаете, как паны. Между собой, говорят они, там дерутся, у холопа щупы трясутся. Вот так. Они сидят и выпивают. Это Бельгунов когда-то написал так, тогда революция была. Выступают одни народовольцы, другие прям готовы за глотку взяться. А потом, говорит, я смотрю, они в ресторане сидят, обнимаются друг друга, по плечу хлопают. То есть у них роль отведенная из одного гнезда, масоны. Ему дали, вот вы Сирию разбомбите, а мы вас трогать не будем. Бомбите ее, но выступим им против. А теперь мы будем Украину, ты Обама там выступит. Я не говорю так, ну может быть так-то. Ну ты там похорохорься, там разные Керри выступят против, а мы свое дело сделаем, что нам надо сделать?
Понятно? Это дележ мира идет. Жириновский выступает там, у каждого своя роль. И у меня есть роль молиться, чтобы не было кровопролития, чтобы была воля Божия. Но написано, проклят, кто меч Божий удержит от крови. Мы его не можем удерживать, но удержать мы можем, чтобы люди не грешили. Главное в нас заключается. Мы не грешим, к нам отношение Божие другое. Неприятель пройдет мимо. Тамерлан повернет к Астраханскому ханству, когда у Ильца он был. Молились? Икону привезли Владимирскую-то, и враг повернул в обратную сторону, и дальше не пошел. Почему? Божья Матерь явилась и погрозила ему, не иди, иначе умрешь здесь. Вот что нам нужно. Вся Москва, все храмы были открыты, и двери, говорит, как на Пасху. Наступила гибель России. И спасла нас благодать Божия. Не молитвы, а милосердие Божие, что мы услышаны, молитва была. Молитва наша никого не спасает. Спасает Бог благодатью. По установленному порядку. Просите и получите. Просите. Я вас не отвергну. Я немножко хотел сказать, но чуть побольше получилось. Знаете, вот, говорят, человек такой-то, а на нем крест ставят. У нас по Теряевке есть баба Серафима. Она самая старая. Ей уже 80 с лишним лет. Наверное, 87. Она сухонькая такая. У нее ни голова не обносится, ничего. Она... По ровной земле ходит. Она не падает, ни шейку не ломает, ничего. Но она имеет свое мнение. Она там просторы печет. И чтобы фотографировать, мы только с ней вместе разговариваем. Но если я стал фотографировать, она ничего не может сделать. Она, сатана. Сатана. То ли я сатана, то ли фотоаппарат, то ли что-то. И говорят, она фотографируется даже на улице вот так. Я говорю, вы еще не знаете. В ней доброты море. Я вышел, подошел к ней. Серафима Гавриловна, кажется. Вот. Я подошел и говорю, Серафима, вот, ты молишься по Лесовке? Да, где она у тебя? Вот с собой. Я тебе сейчас дам девочек маленьких и на фоне храма сфотографируйся. Ты им накажи, как жить целомудренно, в стыдливости. А потом мальчиков. Она сразу согласилась. А Витя в это время чагает, там снимки вот получились. Это как? Даже в Греции наша мама и согласилась. И... Да, согласилась, мама добрая. У нас хорошие с ней отношения. И она... Снимки в общей, с молодежью, со всеми, сама веселая. Это другой человек. Да к ней уже не подходит, а ко мне. Это как вы могли ее так? Да никак. Просто я знаю, что она любит молиться, и на молитву я ее пытался захватить. Передай опыт. Ты умрешь, и никто не будет уметь. И она к ним склонилась, она про меня и забыла, как начала девочкам передавать целительный бальзам. Поэтому ни на ком никогда, говорится, крест не ставьте. Он такой-то, да, такой? На Бог его знает. Не 12 часов в одном дне. Так, вопросы. Мне сильно понравился сегодня, вы считали, что дьявол боится языка Христова. Что мы были с языком Христовым. Он говорит, я сделаю вас как мои уста. Говорите по слову Божию, не ищите своего. Искать своего так легко. Никогда не ищите. А я ему отомщу, я ему врежу. Господи помилуй, я не слышал этих слов. Даже за слышание отвечать придется. Я бы вам кое-что мог сказать, когда вас люди спрашивают где-то. К примеру, сказать, вот у нас Лена Сокольская. Вчера ее не было. И звонит ее мама. Столько у нее доброты в голосе, столько нежности, любви к дочке своей. А была она, не была. И мы с ней прощаемся, как будто мы с ней вместе молились с мамой. Но она здесь была как. Вот и все. А было время, она не согласна была, что я детям подарил крылышки, там, птицы. Да как можно было птиц этих убить? Ну, голуби-то разные бывают. И поймал некоторых птичек. А вчера я с ней разговариваю, прошло сколько времени, а душа все еще радуется. У нее столько я услышал нежности, любви. Мы перестреляли. Ну, а где ж ты была, голубушка? Да где вообще? В Никольском. Там, Марика, поближе, видимо. Да благословит тебя Бог. Такую ты маму имеешь, заботливую. А если бы пойти на поперек, мы бы с ней уже 5 лет расстались, с мамой ни разу не встречались. Вот и все. Вопросы? Спаси Христос. Так, Сергей Павлович поднимает руку. Пришло СМС от Волкова Виктора. Сейчас получила СМС. Братья с Крыма просят усиленно молиться, поскольку ночью планируется штурм военно-морских баз. СМС прислал отец Рафаил из Абалака. Максимально пересылайте это СМС по всем областям и молитесь. Ну,
Нет. Господи помилуй. За другой совсем. Так, вопросов нет больше. Дело в том, что мне, опять же, тот же самый брат, скромный-то, купили новый принтер. И он одновременно может ксероксом работать. Голова кругом идет. Но я буду молиться, чтобы Бог как-то возместил брату, ну, такие траты. Вот сказать нельзя. Только сказал, отремонтируй фонарик. Он ни слова не говоря, мой фонарик вернул мне и новенький принес. Какие же люди у нас? Не потому, что они ко мне добры, это вообще у нас. Кому бы еще не сказали, мгновенно все бросаются, стараются помочь. У меня мама с племянницей едет в субботу. Когда точно подъедет, не знаю, или в воскресенье утром, или в субботу вечером. Помолитесь о путешествии, пожалуйста. Валентина. А София. Можно один? Вопросов нет? Нет. Давай. Прошу помолиться, чтобы вот Бог мою девочку довел до крещения. Чтобы дал крестную. Мы имя нашли, слава Господу. Меня обвинили, там батюшка сказал, самовольно назвал сегодня. Я вам скажу, вот если у кого-то есть по поводу вот, по моего названия. Меня батюшка сказал вчера самовольно. Может быть шуткой, может не шуткой, но такое слово прозвучало. Я скажу, что когда... Мне позвонила Лена Барабаш, когда батюшка, все вот это лобби было за Фатинию. В сердце я смирился. И матери моей сказал, Вере Петровне сказал, все, вот будет Фатиния, все. Но у меня был огонек такой, горел на другое имя. И я думал, Игнатий Тихонович обращался, он говорит, и так нормально. Но тут его артиллерия вступила в силу. И вот мой огонек превратился в пламя. Я думал, ну, аллилуйя, все. Поэтому обвинять нет. Прошу, чтобы Бог допустил до крещения мою девочку. Агафью. Нашел крестную. Вот Агафью. Это Агафию. Ну, она в крещении будет Агафия. А она сейчас только по документам. Во всех метриках она уже там столько раз Агафию уже написал. Я уже заявление от Агафии написал. Там везде просочилось. Государственные органы сразу. Там как струи воды. Куда не пишешь, то вас. Агафья Игоревна, она даже не смотрит. Агафья, 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 везде Агафья. И уже вот все вот так пошло, это Агафья уже везде. Но не в крещении. Я хочу, чтобы она на небе была, Агафья. И я хочу сказать так. Агафья вот в народе, чем имя еще знаменитое? Не просто, ну есть евангельское, библейское житие, а есть еще народное сказание. Агафьи молятся, когда грозит огненная опасность. Ну я говорю, когда грозит атомная бомба. Когда вулкан извергался, брали платы или там одежду Агафьи с гробницы и защищали. И вулкан несколько раз останавливался. Просто спасались именем Агафьи. То есть Агафья — это огнезащитница. Поэтому молитесь святой Агафьи, чтобы Господь сохранил от огня Россию. А я молюсь, чтобы мою семью и весь мир. Все. Он просит немного, чтобы Агафья, по крайней мере, свой дом не сожгла. Хотя бы это. Понимаете, Агафья Лыкова, отшельница, прославившаяся на весь мир нищим, то, что она одна, и она верующая Агафья. У меня двоюродная сестра, вот Алексей приезжает, это его, ну, двоюродная. Ее отец Степан, мой Тихон, родные братья, Агафья. Прекрасная женщина. Гавриил, вы все его знаете. Не надо, сейчас даже первого, не надо, я сказал, не надо, сказал, уже, не надо. Не надо, сядь. Я и говорю, что не надо. Ну зачем? Вот даже слово не рад ничему даже будешь. Не надо никуда уходить, ты бы знала. А потом десятки раз и каются. Можно мне? Давай. Я так немножко разбавить тему про имена, про самовольное название. И вот когда родился Тарасий, он уже 10 марта родился, на 10 марта были два имени мальчики. Тарасий и Регин. Ну, я так хотела Севочку, Севастьяном хотели назвать. Севастьян 11 марта. Ну, все, он уже у меня на руках, я лежу, думаю, Севочка. Звонит супруг. Ну что? Я говорю, да ничего, мы тут хорошо. Он, значит, звонил отец Иаким, я, говорит, ему сказал, что все, родился у нас мальчик. И что хотим назвать Севочкой? Батюшка сказал мне, у нас уже есть Севастьян, давайте Тарасием. Лежу я, губы надула. Я, значит, страдала, мучилась. Вы без меня тут решаете назвать Тарасием. Я Севочкой хотела, я там смотрела уже вот-вот имена.
Ну, после полежала, звоню, говорю, ну, отец благословил уже отец Аким. Ну, давайте Тарасием будет. Ну, сейчас смотрю, ну, какой он у нас Севастьян, ну, какой. Он же Тарасий у нас. Он вот Тарасий. Поэтому как дело родительское, ну, не пренебрегать отцовским благословением тоже хорошо. Как бы мы не жалеем, что назвали сына Тарасием, но не Севастьяном. Тарасий является сегодня укором для всех патриархов. Когда Павел IV отрекся от престола за то, что подписал еретическое, и царица Ирина пришла утром, он говорит, а я уже не патриарх. Как? Борьба с еретиками. Я виновен, я отошел. Его церковь прославила святым Павел-то. А кого поставить? Да никого нет. Он говорит, а у меня помогает здесь, там свечку подносит Тарасий. Так он мирянин, а это еще 6 дней. Вы сегодня его в чтеца, завтра и по диакона, в диакона, пресвитера. А на 6-й день он патриарх. Так и сделали. И Тарасий тоже будет канонизирован. Так вот, если бы сегодня так патриарха избирали, как Тарасий это, может быть, по-другому было бы. А сегодня условия какие ставить, чтобы стаж, административная работа был не меньше 20 лет. Это заранее написали. И дальше. Обязательно духовное, должна быть академия и докторское звание. Это они составляют. Если меня президентом будете избирать, я поставлю условия, у меня конкурентов не будет. Обязательно, чтобы был глухой. Обязательно, чтобы был слепой, беззубый. Вот все это. Когда Брежнев умер, один звонит и говорит, у вас секретарь умер? Да, умер. А вам не нужен генеральный секретарь? Да ты еще, мужик, дурак, что ли? Да, дурак, я с детства такой. То есть он смотрит, какие эти правители были, такие есть. Я могу составить эти условия, чтобы у него так вот палец был оторван, дальше, чтобы он был в тюрьме, был верующий, так спал, так ел. И никого больше не будет, я один останусь. Я такие правила воздвигну, что и вообще конкурентов никаких не будет. Надо правила такие только. Изберем из среды себя изведанных силой Духа Святого. Когда апостолы избирали вместо Иуды. И когда избирали там, кто будет служить здесь, Стефан и прочее это. Чтобы люди, известные по добрым делам, Духом Святым движимые. Вот правила, которые должны во главу ставить. А это может быть патриарх, может быть мирянин. Я не претендую, я не патриарх, но просто говорю. Тарасий – это знаковая фигура для целых тысячелетий. Вопросов нет? Благодарим Бога. Достойно есть яко истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Владыка неба и земли, мы снова предстали перед Твоим величием. Проверь каждое сердце, чтобы кто из нас не оказался опоздавшим. Чтобы все мы достигли вечной пристани Царствия Твоего. Чтобы жизнью своей прославили Тебя делами своими. Я прошу Тебя, усмотри нас нечто лучшее, чем мы есть. Если угодно воле Твоей, чтобы совершилось это благовестническое путешествие, устрой его. Пошли нам все необходимое в избытке. Ты щедрый и богатый. Посети наших болящих, дорогих и близких, путешествующих, отступивших, павших. Подними их, наставь, прости, утешь. Которые уже в безнадежии находятся. Тебе да будет хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Песнопение, занятие, следующий номер программы. Братья и сестры, благодарю всех за молитву. Слава Богу. Что, он поднимается?